За 4 месяца этого года в Курганской области родилось на 353 малыша больше, чем в прошлом году. Такие цифры озвучил председатель межведомственной комиссии Николай Болтнев. Он отметил, что в 11 районах Зауралья уровень рождаемости превысил среднеобластные значения. Однако уровень смертности населения также остается стабильно высоким. В этом году у нас число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. В прошлом году этот показатель был намного выше. При этом высокая смертность населения за этот период отмечена в Шатровском районе 22,7 на 1000 человек населения, в Мишкинском 21,2, в Махровском 21, в Шумильском 29, в Катайском 24. Большая часть трудоспособного населения гибнет в дорожно-транспортных происшествиях. В 2011 году на территории области произошло почти 1400 ДТП, в которых погибли 216 человек и 1731 получили ранения, доложил начальник управления ГИБДД Зауралья Михаил Чебыкин. Основная масса всех аварий – это наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Почти 90% от всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. Третья часть всех происшествий связана с неправильным выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения регистрируется около 13% ДТП. Каждое восьмое ДТП совершает водитель, находившийся в состоянии опьянения. Заслушав доклад, члены комиссии приняли решение усилить контроль за проведением профилактических мероприятий сотрудниками ГИБДД, обязать Главное управление автомобильных дорог привести все трассы Зауралья в соответствие с требованиями ГОСТа и открыть в области еще 4 медпункта медицины катастроф. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Иван Овчинников, телекомпания «Регион 45».